А это не совсем обычный город. Это дома работников совхоза Гомонтова. Строят их по проектам ленинградцев у самого поля, рядом с работой. И уже растут эти дома со всеми удобствами и в совхозе Сельцо, и в Буграх, и во многих хозяйствах. Живут в них трудолюбивые люди, добрые хозяева земли, умеющие считать, по-государственному мыслить. Этому учит их мартовский пленум ЦК нашей партии.